Мы тут играемся. Да, мы тут играемся, но это не проблема. На улице здорово, Тош? Очень, мам. Тепло, надо... я бы даже сказала, жарко. У нас сегодня 30 градусов. Вон висит моя сосисочка. Она чуть-чуть не упала. Сейчас, Андрюш, подожди секундочку. Распускается груша. Это вот ранний сорт. Потому как у нее более обильное цветение. И вот здесь вот такой, я не знаю, средний, наверное, может быть, средний-поздний. Потому что цветение еще здесь слабенькое. Здесь не особо даже листва развилась. Разница, я думаю, очевидна. Также распустилась вишня. Вот вы ее можете видеть. Вот здесь у нас цветет груша. Боже, если бы еще камера могла передавать эти ароматы. Очень здорово, очень приятно пахнет. И вот такие вот цветочки. Яблонька вот тут тоже зацветает. У нее, как мы все знаем, яблоневый цвет, он такой немного розоватый. И у соседей у наших, посмотрите, все в цвету. Ну, настолько красиво, глаз просто радуется и отдыхает. И сзади еще вы слышите, мой соловушка поет. Мамуля, иди ко мне. Сейчас иду. А вот абрикос уже отцвел, и вот здесь вот скоро начнется завязывание плодов. Кстати, еще сейчас покажу вам дерево перед домом, наше чудо-дерево, где и слива, и абрикос, в общем, там огромное количество слив привито, тоже должно быть интересно. Здесь тоже цветет вишенка, цветет вишня. В ближайших видео я смогу вам уже показать, как цветет сирень. Вот она только начинает распускаться. Дерево. Абрикос, вот этот темный, он отцвел. Зато начала цвести слива. Слива цветет белым таким цветом. Тоже очень красивым. Пчелки. Меня спрашивали, наши это пчелы или нет. Здесь у нас, возле дома, пчел нет. Они у нас на даче. Отсюда мы специально всех убрали, потому что... Антошка, чтобы они его, не дай бог, не покусали. И вот здесь абрикос отцвел. И еще у нас вот здесь одна внизу веточка. Тоже цветет слива. И вот такие вот шаровидные самостригущиеся ивы, которые мы привезли из Питера буквально одной маленькой веточкой. Уже вечер, я на костре готовлю наш ужин, а именно куриные ножки, замаринованные в сметану-горчичном соусе. Мам, зубки уже летают. Антошка сосет петушка на палочке. Здесь у меня шкварчит курочка на костре, на решетке, а вверху летают майские жуки. Вот он мой, Антоша с сачком ходит. Сейчас он их будет ловить, да, сынок? Да, ты сними, как мы будем ловить. А вот смотри, Антоша, они как летают там наверху, их много. Да, и пытались поймать ее. Антошка. С дедушкой ловит жуков. Мам! Да. Сколько 3+17? 3+17? Да. 20. 20 жуков сейчас поймаю. Очень хорошо. Мам, я 16 оставил жуков. Ты 4 уже поймаешь, а 16. Да? Да.
Ладуська сидит, гавкает. Помощники пришли жуков ловить. Покажи, поймали? Близко не подходи, вот так. Сколько там у тебя их? 6. 6? Да. 3 поймал. Да. На еще один. 4. Вот развлечение в майские вечера. Ловим жуков, потом отпускаем. Сколько там у тебя уже жучков? Сколько? Сейчас все домой не забирают. Слушай, не помаяйте. Нет, да, нам-то же домой столько нельзя нести. Ладусь, Ладочка, Лада.